Всем привет, и с вами Николай Кузьменко. Вот заскочил в магазин спортивного питания. Сегодня опять было поступление товара. Сейчас поснимаю немножко. Может быть, про что-нибудь вам еще отдельно расскажу. Смотрите. Так, ну что тут пришло? Амина X. БЦАшки. Аминки. Гуарана. Карнитин жидкий. Витаминки. В общем, еще не все распаковано. И тут еще какие-то скрытые подарочки. Прям как на Новый год. Так что заходите. Товаров больше, чем предостаточно. Так, я расскажу вам немножко снова про L-карнитин. Вот. Надейте, L-карнитин нужен для того, чтобы наши сосуды не забивались холестерином. То есть очень благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Даже для людей, которые не занимаются спортом и употребляют L-карнитин в чистом виде, тоже способствует выведению холестериновых бляшек из сосудов. Вот, и улучшению настроения. Вот. Если делать кардио нагрузки и перед кардио нагрузкой за полчаса принимать L-карнитин, то он будет способствовать еще и жиросжиганию, обменным процессам, за счет чего, в принципе, его и считают жиросжигателем. Все приходите в магазин спортивного питания, покупайте качественную продукцию и получайте качественные консультации. Всем пока!